Вот недавно закончили съемки клипа с Димой Биланом. Да. Да, расскажи, песня «Прости меня», я, насколько понимаю, снимали в Португалии. Что мы снимали? На самом деле у меня тут уже очередь из готовых клипов. Клип выйдет, я думаю, что где-то в ноябре месяце. Замечательное видео. Мне кажется, такое, знаете, конечно, может быть, не скромно говорить, но такое историческое событие вообще относительно нашего дуэта, потому что мы все время конкурировали, все время... Все время мы нас сталкивали лбами, и все эти церемонии, то я, то он, то я. И это, конечно, всегда уже порой до абсурда доходило. И вот в этом году мы как-то вот приняли решение сделать совместную песню, пообщаться, сесть, как-то поговорить и поработать вместе. Я представляю, как они садятся, ну что, пора поговорить. Пора поговорить уже на чистоту. И вы знаете, очень хорошо, мы очень рады оба, что мы это сделали, потому что, во-первых, мы, конечно, повзрослели, и Димке 35, и мне вот 35 будет. И начинали мы вместе с одного года, с новой волны, с одного конкурса. И, конечно, вечно параллельно двигались. И вот сейчас пересеклись в одной песне. И, наконец-то, наши фан-клубы будут не враждовать. И там, да, Стрелка фан-клуба. 10 на 10 сбитыми. Это же любимая история многих телеканалов, сталкивались лбами наши фан-клубы. Но теперь в коем веке они объединились, и все уже ждут этого видео. Уже то, что песня называется «Прости меня, моя любовь», понимаете? Да. Кстати, да. Да, все думают, что мы друг другу поем, но это не так. А вы поете Земфире, на самом деле, да? Да, абсолютно. Понятно. Точно, мы любим Земфиру. Но, я...